Мода на суши заставила современный мир познакомиться с васаби. Это известная японская приправа, одна из самых дорогих и острых специй в мире. Она обладает не только уникальным вкусом, но и имеет массу преимуществ для организма. Васаби – это приправа, которую получают путем сушки и измельчения корня многолетнего растения из семейства капустных. На изготовление острой приправы зеленого цвета идут высушенные и мелко измельченные корни, имеющие жгучий вкус и ярко выраженный аромат. Васаби можно приобрести в виде порошка или пасты. Прежде всего, стоит максимально внимательно прочитать состав, указанный на упаковке. В составе должен быть отмечен японский хрен, вода, небольшое количество соли и растительное масло. А порошок должен быть рассыпчатый, мелкого помола. Васаби славится своим разогревающим эффектом, который благотворно влияет на иммунитет, здоровье сосудов, суставов. Это гроза грибковых, бактериальных и некоторых вирусных инфекций. Регулярно употребляя этот продукт, можно снизить риски возникновения хронических заболеваний верхних дыхательных путей. Если регулярно употреблять в пищу васаби, в небольших количествах, то зубы долго не будут разрушаться, благодаря содержащимся в растении веществам, подавляющим развитие кариеса. Это растение содержит фитохимическое вещество изотиоцианат, эфирное соединение, обладающее выраженными антибактериальными свойствами. Также приправе приписывают антиастматическое действие. Последние исследования показали, что это вещество очень активно уничтожает плесневые грибки, нейтрализует пищевые отравления. А на состав крови действует немедленно, в отличие от аспирина, назначаемого врачами для разжижения крови и предотвращения тромбозов. Также издавна используют этот корень и для решения многих других проблем. Так васаби проявляет целебное действие при простуде, снимает симптомы при анафилактическом шоке. Помогает бороться со стафилококком, кишечной палочкой и грибками различного происхождения, помогает при диабете и отлично очищает носовые пазухи. Васаби является отличным антидотом, нейтрализуя пищевые отравления. Именно за эту его способность он стал обязательным компонентом блюд из свежевыловленной рыбы, сводя к минимуму возможные негативные последствия от ее употребления. Васаби действует быстро, практически незамедлительно. В настоящее время японские ученые активно исследуют васаби, с целью выявления его целебных и полезных свойств и разработки новых лекарств на его основе. Корень васаби применяют в спа-индустрии и косметологии, как главный ингредиент для проведения некоторых процедур. Экстракт на основе васаби, обладая уникальными свойствами, позитивно влияет на организм, проникая через кожу. Чтобы определить, способен ли васаби нанести вред организму, следует обратить внимание на побочные эффекты, которые он может вызвать. Чрезмерное употребление угрожает нарушениями в работе печени. Обусловлено это содержанием гепатотоксина, не представляющего опасности в небольших дозах. Переизбыток же способен пагубно отразиться на состоянии жизненно важного органа. Жгучая приправа может спровоцировать аллергическую реакцию. Сопоставив пользу и вред васаби, можно сделать вывод, что его умеренное потребление абсолютно безопасно. Ценное растение, пришедшее к нам из страны восходящего солнца, рекомендовано ведущими специалистами в области сбалансированного питания, как полезный диетический продукт. Большое спасибо за просмотр!